Выполняя просьбу Сергея, которого я отдельно приветствую категорически, желаю здравствовать и радоваться, кратенько обозреваем, прежде всего, плоды работы мастера с большой буквы М Василия Труфанова, который, безусловно, в самом что ни на есть качественном формате изготовил для меня очередные два супердворца для моих рабочих камней. Безукоризненная работа, как в общем-то и всегда. Твердые породы древесины. Все лаконично, ничего лишнего. В одном домике скрывается вот такая красота. Не атрибутированный японский камень. Невероятно качественный в работе, дающий очень тонкий финишный результат. Просто очень тонкий финишный результат. Твердый. Пятерочка здесь. Пятерочка с плюсом, где-то так. Какой-то неземной красоты обратная часть. Как утверждают специалисты, прежде всего Максим Николаевич, которого я отдельно приветствую категорически. Вот задняя поверхность может предварительно даже сообщить нам о работе камня, даже еще не укладывая на него никакую железку. Невероятно прекрасный камень в работе. Соответственно, теперь он будет храниться как положено. Именно вот так я заказывал, чтобы камень укладывался рабочей поверхностью вниз. Только сегодня карабайт я получил. Будет выполнена еще подложка из мягкой ткани шерстяной, чтобы камушек себя отлично чувствовался. Под это Василий заблаговременно заложил 1 мм толщины. Короб номер раз. Такой же точно, из такой же древесины. Второй короб, в котором хранится атрибутированный еще один суперфинишный камень. Это Накаяма Хатахоши Карасу. Вот этот камень, он по твердости своей, он помягче будет, чем предыдущий мной показанный. Однако он имеет какую-то волшебную по своей обрабатывающей способности суспензию. Он настолько хорошо выбирает все микрориски, которые могли остаться от вот этого более твердого камня, и делает эту поверхность однородной. Это просто нечто волшебству подобное. Очень хороший камень. Скажем так, те, на первый взгляд, бешеные деньги, которые за камни вот этих пород просят, они абсолютно, абсолютно оправданы. Поэтому вот этот камень, он идет в работе в моем нынешнем заточном сете после камня предыдущего. И на этом можно было бы закончить, однако я, честно сказать, до сих пор я не могу утихомириться. Я получил бесценный подарок от моего дорогого друга Влада из Одессы. Влад, до сих пор не могу успокоиться, ей-богу. Отличный компактный тюрингейт, светло-зеленый. Вот с таким слуриком. Естественно, тут же я у маэстро Труфанова заказал и под него коробчонку. Поэтому, как приедет, все будут упакованы как положено.
Вот такие камушки используются мной на финишных, доводочных и супердоводочных операциях. На этом пока все. Спасибо за внимание и до скорых встреч в эфире. Пока.